Приветствую, друзья, с вами Саски, и я рад объявить, что 15 числа, в следующую субботу, в 7 часов по Москве, в 7 вечера, у нас стартует турнир 4x4, Coffins Tourney, вот такой мемный турнир. Турнир будет межклановый, с призовым фондом на 16 тысяч рублей. Ну, в переводе на американский деревянный, это 220 долларов. Подобрали интересный список карт. Уже записались, видите, 4 клана. Ну, надеюсь, что самые два жестких, SA и JCP, нас тоже почтят своим присутствием. Вас всех, конечно же, приглашаю как зрителей. Турнир будет длиться, я думаю, 2, может быть, даже 3 дня. За день мы вряд ли успеем, потому что система Double Elimination, то есть будет двойная сетка, сетка победителей и сетка лузеров. В верхней сетке у нас будет Best of 3, то есть как минимум 2 игры будет в каждом раунде. И все это дело может затянуться с учетом того, что кланы находятся совершенно в разных местах у нас на планете. Поэтому следите за обновлениями. Надеюсь, что больше у нас не будет переноситься время. Уже трижды мы изменяли дату и время проведения этого турнира, потому что у нас то кому-то что-то не нравится, то не совпадает время проведения с другими турнирами. Поэтому, ребят, следите за обновлениями. Спасибо вам большое за внимание. Приходите, всех жду. Всем пока-пока.